Слушай, да я, по-моему, тут миллионером стану. Ничего, и нормально копается вообще. Проблем нету, отлично все. Тихо, мирно копаем себе. Прилетайте в лоу копать. Это вполне безопасно. Ну, посмотрим, будет копаться, нет? НРЦ, этот модуль может наводиться только на цели из группы астероид. Ой! Не-не-не-не-не, чувак, не надо ко мне, пожалуйста! Ай! Пожалуйста, не надо! Ну что ты за человек такой? Нет, пожалуйста! Я еще живой? Удивительно. Ай, забыл забрать одного. Hello. Hello. Говорят, тут у вас что-то интересное происходит? Ой-ой-ой. Какая неожиданность. Эх, яйку убежала. Черт. Досадная. Срочно. Убираем палево. Ой, не-не-не-не, стой. Мы же что-то там нафармили. Угу, что-то нафармили. Чем мы нафармили? Ну, в общем-то, вот мы что нафармили. А, на 1,5 лямов накопали. Так, ну а вот, собственно говоря, килл. Ну а еще, в нулях. Летишь такой. На индусе. Не клочном. А вот и Сабра. А вот и Сабра. Надеюсь, меня здесь толпа не будет ждать? Не будет, отлично. А вот и Сабра. Так. Время там еще есть до расклоки. Нормально, пока долечу. Давай. Ты мой зяйка, ты один, какая прелесть.
А вот и подмога пришла. Ой, какая неудача у Сабры-то случилась. Так, ну чё, на нашем счету есть это самое. Саброчка. У нее там два трупика уже чьих-то валялись. Ты хрена, блин, смотри, запасливая какая. На 111 лямов, саброчка. Ха! Ха! Думала, блин. Отлично. Теперь нам еще надо. Выпало с этой сабры у нас на 30 лямов. Ну и что делать будешь? Ой, тут еще и Локи. Так, Тенга свалила. А Локи что делать будет? А Локи, наверное, что-то будет делать. Че, Локи агриться будешь, нет? Точно, походу сагрился. Да ладно, ты чё? Охренел? Чё так больно-то? А ты смотри, говнюк, он ещё это меня хреначит, сдалека. Ой, жарко. Так, наверное, надо флотом проходить. Что-то, блин. Ага! Трус, белорус. Секота. О, блин, как я танчил. Зашибись. Ну, а твои шлоки. Тьфу. Ты же мне тут. С дистанции нерса испугался. А когда дело дошло, так и все, и в кусты. Это надо это, биста, блин, брать с собой. Пускай он разруливает. Все эти ситуации. Он у нас там великий ПВПшник. Я ему буду это, о, точно, контент друг другу, блин, устраивать. Я ему буду это, подставы устраивать. Ну, в смысле, не ему, а для него вот эти там. Народ будет клевать. А он будет разруливать. Потом вот толпа будет братков приводить. Типа, слышь, полетели, там меня обидели. А я такой бисту, слышь, там прилетели, меня обижают. А че, хорошо. И ему контент есть, ПВП. И у меня веселуха. Ой, тут что-то Джек объявился. А Джек будет что-нибудь со мной делать? О, ты смотри, Джек решил со мной что-то делать. А чё не стреляешь? Ты ждешь от меня дамага, да?
Чтоб я не прошел через ворот, да? Ну давай. А сейчас он сам пройдет через ворота, не бойся. Так, а кто меня... Что-то я не понимаю. Откуда дамаг-то идет у меня? На меня-то. Странно, здесь не показывает, что идет дамаг. А, вон, да, идет. Ой, тяжело он давится. Черт, а с этой стороны у меня сабра. Блин, вашу етишкину копать. А, я сабру ломанул. Ну, правда, сейчас меня тоже ломанут. Короче, зашибись. Там все отлично. А Бди тоже умер. Оврю хоть заметил. Так. Ну чё, Джек пока ломается. Очень тяжело, но ломается. Прям вообще крайне тяжело идет. Надеюсь, к нам в гости никто не прилетит. Нам дадут с ним вдвоем повоевать. Так, пока тут с Джеком идет вся тематика. Короче, я еще сабры сейчас сломанул. Так. А, все, Бди отправили, молодцы, хорошо. Не понял, а чё лок-то слетел? А он свалил. Он, короче, понял, что меня не продавливает и свалил. В общем, ситуация. Здесь стою, здесь Джек такой. С другой стороны системы на воротах у меня там поджидает трешак. Думал как раз сейчас его сюда отправить. Перехожу на окно. Там сабра стоит. Я такой, опа, только собрался варпать. А сабра, хоп, бубль раздуло и здравствуйте. Ой, Джек опять... Не, все, понял, что со мной бесполезно. Вот. И все. Что делать? Воевать надо? Давай воевать. В итоге я слил его. Вот он, еще на 100 лямчиков. 109 лямчиков. Еще одну сабру слили. Кстати, это не тот же самый... Не, там Джон какой-то, здесь Мария какая-то. Так не пойму, почему здесь не показывает. Вот. И в этот момент я там меня практически уже это за раз добило. Но я оказался первее. В этот момент вдруг откуда ни возьмись появляется вот... Вот этот еще. Ой, нет, стоп. Вот. Занкер от Джады какой-то. Ну, неважно. Не он просто плюнул и меня добил, гад.